То есть в основном мы используем клавиатурную команду, то есть вот так вот мышкой чисто мы очень редко пользуемся. В 7-летнем возрасте у Станислава Шутина начало резко портиться зрение. Диагноз врачей был неутешительным – глаукома. Сейчас Станислав ничего не видит, но этот недуг не мешает ему жить активной жизнью. Он играет на музыкальных инструментах, занимается спортом и увлекается компьютерами. Вчера у него сбылась одна мечта. Из рук губернатора Станислав получил нужный и ценный подарок – ноутбук с речевым выходом. Потом я смогу самореализоваться через компьютер, к примеру, то же самое написание музыки. Напишу музыку, выложу в интернет, и, может быть, в каком-то смысле и прославлюсь. Ну и общение со зрячими. В области начал действовать региональный перечень средств реабилитации, который не входит в федеральный список. Субсидии на их приобретение выделяются из областного бюджета. Именно по этой программе Станислав и его друзья получили заветные ноутбуки. Кроме 17 компьютеров закуплены также смартфоны, будильники, калькуляторы, глюкометры и цифровые маркеры. Все они обеспечены специальными голосовыми программами. Мы составили перечень с учетом потребностей и пожеланий наших инвалидов по зрению. Вот эти средства реабилитации, которые закуплены, которые вручаются, это наиболее востребованные и необходимые для наших инвалидов по зрению. Конечно, полученные средства реабилитации не предел мечтаний и не покрывают полностью всех потребностей. Тем более, что в области действует не только общество слепых, но и общество глухих и инвалидов. И они тоже нуждаются в выделении средств по региональному перечню. Ко второму чтению должны быть внесены коррективы в проект бюджет региона. И мы должны предусмотреть на 2019, 2020, 2021 годы по 5 миллионов рублей. Как заверили специалисты профильного ведомства, часть средств уже найдена, и это свидетельствует о продолжении действия программы. А значит, нуждающиеся получат технику, которая дает им связь с внешним миром. Егор Цитов, Руслан Баталов, новости дня, Ульяновская правда.